Когда ну, зашли уже наши сюда. Когда наши сюда зашли, это было как... Слезы просто лились. Это было до слез. Слезы просто лились. Я плакала сильно, когда наш флаг поднимали. Смотрю, парни наши залезли на администрацию, наш флаг поднимают. А мы уже ждали. Парни залезли, сломали их красный флаг, ставят наш. И все, сердце начинает колотиться. У меня такой радости никогда в жизни не было. Такой радости вообще никого в жизни не было. Детям. Это дрожжи. Давайте я вам пакетик соберу. Почти 7 месяцев мы между... Почти 7 месяцев между жизнью и смертью. Мы от дома, от подвала не отходили. У меня был очень больной муж. От обстрелов он потерял сознание, упал и умер. Сознание упал. Пакетик тебе надо? А мне надо. Машку было то, что... Ну, тяжело было, когда забирали наших парней и девушек. В подвалы забирали. Брата меня тоже забрали. До сих пор не знаю, где он, что с ним. Он нашел с ним. В соседнем селище, перед Андреевкой. В соседнем поселке перед Андреевкой. Я там жила, у нас соседкин сын, отовец был. Его забрали, приехали, застрелили в голову, очень изуродовали. Дуже понівечили, зетки вирізали на обличчі. Зет вырезали на лице, били очень сильно, избит был так, что узнать было очень-очень трудно. И відвезли. Его тело привезли, бросили под ворота дома. Мать вышла, увидела. Під ворота. Мати вийшла, побачила. Вот страх. Мне страшно уже выходить в центр, чтобы с детьми поговорить, они в Харькове и под Полтавой. Они узнали, что поменялось. И уже через людей звонят и говорят: мама, ну как? Я говорю: ой, не верю, боюсь. Я боюсь. Я вот сюда еле... Я пришла с таким страхом, думаю, ну что людям, то им. Я вас прошу, успокойтесь, алло! Як з тюрьми вас випустили, як... Нас как из тюрьмы выпустили. Я вчера спрашиваю у парней наших солдат. Спрашиваю, мне позвонить можно? Они на меня смотрят. А почему нет? За полгода мы просто отвыкли от того, что можно вот просто так взять телефон и позвонить. Если на улице тебя увидели с телефоном, в лучшем случае его просто разобьют. А в худшем будешь где-то в мешке в погребе сидеть. Будешь здесь в мешку в погребе сидеть. Мы сейчас, зараз эйфория. Сейчас эйфория. Это очень круто. Когда мы увидели своих ребят, мы обнимали их. Это очень приятно слышать украинский язык и больше не прятаться. Не скрываться.